Магазин «Электропара» представляет обзор электромагнитного дросселя фирмы «Восла-Шваба», предназначенного для запуска газоразрядных ламп металлогалогенных и натриевых. Данный дроссель запускает лампы мощностью 1000 Вт. Схема подключения лампы и дросселя представлена на корпусе. Измерим габариты. Длина дросселя составляет 17 сантиметров. Ширина 10 сантиметров. Высота составляет 9 сантиметров. Данные дроссели всегда есть в наличии в магазине «Электропара». Закажите их на сайте или позвоните по телефону.